Юрий Куклачев побывал в Люберцах с новым представлением. Шоу-программу «Коты-мореходы» показали на сцене Дворца культуры. В ней приняли участие 23 кошки и 2 пуделя. Ну а нашей съемочной группе удалось вживую пообщаться с руководителем единственного в мире театра кошек. Просто праздник, и все. Понимаете, поэтому мы и между театром, и между цирком, непонятно чего. Мы все построено на любви. И вот это мы все, это зрители видят, чувствуют. Видите, какая энергетика идет, все выходят счастливые. Наукой доказано, общение с котиками чрезвычайно полезно для здоровья. А когда удается увидеть акробатические номера в их исполнении, уровень эндорфинов в крови просто зашкаливает. В этом убедились зрители сегодняшнего представления. Мне нравится. Единственное, что, конечно, детей поднимают, видно плохо, но вообще программа очень хорошая, красочная, веселая. Само представление, когда он начал с кошечками играть, именно этот момент. Театр кошек был создан в 1990 году. Он уже завоевал известность практически во всем мире. В 2001 году за создание театра Юрию Куклачеву были присвоены орден «Надежда наций» и звание академика естественных наук. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.